16-летняя Рената Пилипова в пятый раз отдыхает в палаточном лагере. Среди плюсов называет свежий воздух, природа, новое знакомство. Из минусов – жара. Но и она не помеха. Спасают навесы, палатки, прохладные напитки. В рюкзаке и спрей от комаров. Жизнь протекает строго по распорядку дня. С самого утра встаем, у нас зарядка, умываемся, завтрак, потом разные конкурсы, обед, полдник, ходим мыться, ну, отдыхаем, потом вечером у нас почта, сидим у костра, разговариваем, общаемся. В палаточном лагере «Остров» отдыхает 35 школьников. Смена длится 9 дней. Друг на друга они не похожи. В программе практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, походной кулинарии, видам выживания в природных условиях. А сегодня в гостях у ребят-спасателей. Урок безопасности на природе в игровой форме. Как вести себя на реках и водоемах. Ребята уже многое знают, а многое мы просто вместе вспомнили. Например, как правильно вести себя на воде, как правильно вести себя в лесу, как правильно отдыхать на природе. Если первая часть теоретическая, то вторая практическая. Работник СВОД показывает на деле, как можно спасти человека на воде. Мы провели практическое занятие по применению спасательных средств. Это спасательный круг, спасательный жилет и конец Александрова. Я рассказал детишкам, из чего, как они выглядят, показал, рассказал, из чего состоят и показал практически, как их применять, в какой именно ситуации они используются. Напомним, по стране продолжает шагать акция «Каникулы без дыма и огня». Продлится она до конца августа. Кроме маленьких белорусов, уроки безопасности проводятся и для работников детских, оздоровительных и пришкольных лагерей. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.